нас теннисисты такие себе. Сколько сегодня? Сегодня так жарко, да? Ну да. Очень. Мы чуть-чуть поиграли. Да. Совсем чуть-чуть. И очень жарко будем домой. Я уже напыхались. А? Напыхались. Покажи, где тут твой класс? Где-то тут видно это? Ну, вроде бы. Что посередине, но все в ножку. Привет, передавай. Привет. О, голубь. Мы идем за арбузом, да, Сева? Да. Сева не сильно хочет идти за арбузом, спасибо, потому что очень жарко. Вот мы проходим. Домики такие. А где наш дом? А, вот это, да? Это наши дома. А там арбузы. Арбузы. Недалеко. Нет, друга. А? Моих друзей. Где? Вон там спереди. Там, а, домики твоих друзей? Ну да. Ну да. А сколько там метров, наверное, не знаю. На 300 до арбузов надо пройти. Вот. Вот это я понимаю, ограничение скорости. Чтоб не это самое. Чтоб не сильно разгонялись. На самом деле он... Двухсторонняя улица с двухсторонним движением, а все запарковано. Угу. Запарковано и на улице, и на проезжей, это, на проезжей части, на тротуаре. Везде. Сила с красными щеками. Да. Даже я вижу. Да? Угу. Как у тебя нос, горло, как? Кашлять хочешь? Да. Сильно? Нет. Лучше никак. Так, и вот мы. Собственно, пришли. Могаш. А? Могаш. Все, будем выключаться. Шли за арбузом, а взяли малины, пепсиколы, кабачков. Но арбуз тоже взяли. Да? Да. А ну, в общем, так. Что еще сказать? Жарко очень. В магазине просто включена климатизация, классно. Костром пахнет. Чем? Костром. Да, это прям, видишь, режут плитку. Пылью пахнет. А, нифига себе. Смотри, что с ними делают. Боже, подстригают собак. Ну да, там... они там подстригают. Как мне этот знак прошел. Слона. Улица Слона, это не улица Слона, Солёная. Это просто улица Соленая. Это... Мы сейчас будем проходить. Просто... Слона. Улица Слона. Пошли. Тут есть... Блин, как они разминулись. Зеркало в зеркало. Блин, пошли. Вот такая узкая улица. Большие машины тут ни к чему. Домики. Такие, крымский вариант. Какая-то улица. А, так это же как раз Челяцкая, да. Мы же по Челяцкой идем. Там. По нашей. Проходим Жлобек. Где он? Жлобек. Это садик. Детский садик. Я. Не, не, я. Да. Это что, садик? Да, тут в школе. Так там что,
садик. То не садик, ну тот садик, а это ясельки.